«Игромания дает от винта». Крупнейший компьютерный игровой журнал страны и мультиплатформенное приложение «Видеомания» дарят вам легендарную передачу «От винта», полностью отреставрированную, с полным боекомплектом шуток и обзоров известнейших игр прошлого века. Всего было выпущено 136 эпизодов передачи «От винта», и вы увидите их все. В каком порядке, известно только нам. Наслаждайтесь! Неправильно. Даже не думай об этом. Сам такой. Имей в виду, у тебя только 3 попытки. Ну, другое дело. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Гамовер, это Бонус, и в эфире программа «От винта». Оставайтесь около экрана, и вы узнаете много лишнего о компьютерных играх и забавах. Первая игра, о которой пойдет сегодня речь, называется Vampire Diaries. Что примерно переводится как «Диарес вампира». На самом деле эта игра называется «Дневники вампира». Так и представляешь себе заляпанный кровью дневник с отличными оценками за прилежание. Но нет, речь идет о совсем другом дневнике. Известно, что большинство женщин скептически относятся к компьютерным играм. В этом отчасти виноваты разработчики, игнорирующие прекрасную половину рынка. Но вот появляются дневники вампира. Главный герой игры — девушка по имени Елена Гилберт. Ее родители погибают в автокатастрофе, и Елена вместе с младшей сестрой Маргарет остаются на попечении своей тети Джудит. Действие разворачивается в штате Вирджиния, в провинциальном городке под названием Фелс-Чорч. Вы должны как следует осмотреть весь город и избавить его от потусторонних сил, которые так беспокоят честных граждан. А вот как это сделать, честно говоря, мы не совсем поняли. В самом начале игры вы оказываетесь на вечеринке. Это то, что американцы называют пати. Пати проходит в комнате с мумиями. И вы тут же знакомитесь с большим количеством американцев. Все они говорят вам «Хай», а потом говорят «Найс» и еще что-нибудь в этом духе. Впрочем, здесь есть и один русский, владелец галереи искусств Михаил Романов, эмигрант. Похоже, что разработчикам игры известна лишь одна русская фамилия. Однако эмигрант тоже говорит вам «Найс» или «Хай». Видимо, для того, чтобы успешно пройти игру, необходимо быть очень вежливым человеком. Было бы интересно узнать о нем побольше. А вы знаете, что Третья мировая война уже началась? И в ней, как и положено, принимают участие представители практически всех стран мира. Все они добровольцы и воюют по идейным соображениям. Смотрите наш сюжет о войне в международной сети интернет. Если вы обладаете мобильным компьютером Rover Book российской фирмы ДВМ, то мир не обязательно станет к вам добрее, но обязательно станет ближе. Мы имеем в виду возможность проникновения в международную компьютерную сеть интернет. Ровербуки оснащены мощными модемами, с помощью которых легко забраться во всемирную паутину World Wide Web. Малые размеры компьютера позволяют повсюду таскать его с собою и подключаться к телефону откуда угодно. Здесь вы видите, как трое единомышленников, возможно, относящихся к враждебным классам, заходят на сервер, который называется Battle.net. На этом сервере ежедневно собираются сотни людей для того, чтобы принять участие в популярной игре, которая называется Diablo. В мрачных виртуальных коридорах вы встретитесь как с монстрами, порождениями искусственного интеллекта, так и с пользователями со всего света.
Можно объединяться в команды и вместе сражаться с бестиями, а можно потихоньку резать друг друга. Иной раз, прикончив соперника и отдышавшись, задумаешься, а кем ты был, парень? Студентом из Гамбурга? Господином из Сан-Франциско? А может, моим соседом по лестничной клетке? А вот интересно, каково это, когда твоими движениями кто-нибудь управляет? Вы знаете, очень необычное ощущение. Нашу программу продолжает игра «Пайк». Оставив себя вне межгалактического закона, ведомые слепой ненавистью, квейкеры ступили на тропу войны, бросив вызов всему сообществу. Слыхали? Но не тревожьтесь. Это только часть довольно длинной интродукции, которую вы встретите в самом начале игры. Как сообщает искренний мужской голос, в будущем все сложилось очень хорошо. Настолько хорошо, что даже не верится. Космические пространства покорены. Кругом всеобщее процветание. Эпоха Водолея, одним словом. В некоторых местах руководство к игре выглядит как официальный документ. Цитируем. Человечество подошло к качественно новой ступени интеграции, нашедшей свое отражение в создании Лиги межгалактических государств. Государств, построенных на принципах мирного сосуществования, неукоснительного соблюдения прав граждан, политического и экономического суверенитета. А? Каково? Очень похоже на устав ООН. Однако картину всеобщего благоденствия нарушает нация квейкеров, которая скрывается на планетах сектора Мескито. А вот интересно, известно ли авторам программы «Пайк», что квейкерами иногда называют поклонников знаменитой игры «Квейк»? Так или иначе, квейкеры вступили на тропу войны. Разрушили и поработили немало колоний. Тут пришлось Лиге межгалактических государств слегка нарушить принципы мирного сосуществования. Для этой цели и была создана амфибия «Пайк», которая, как сказано в руководстве, по своим тактико-техническим характеристикам превосходит все существующие аналоги. Каково, а? К немалому нашему удивлению, на вооружении частей квейкеров и Лиги мы обнаружили и вертолет Ми-24, он же «Хайнд». По современным меркам это довольно устаревшая машина, и мы рады, что его по достоинству оценят в далеком будущем. Планеты сектора Мескито практически сплошь покрыты водой. Лишь кое-где из моря торчат небольшие островки, на которых, как правило, расположены военные базы. В этих живописных местах и проходят кровопролитные битвы. Жить хочешь? Как вы уже, быть может, догадались, «Пайк» отечественного производства, поэтому все переговоры, инструкции и меню сделаны на русском языке. Что очень удобно. А то поди знай, как сказать на иностранном языке «я убью тебя». Игру «Пайк» хвалили во всех московских компьютерных журналах, но никто толком не объяснил, за что. Смотрите в завтрашней программе «От винта». Иллюстрированная история компьютерных игр. Танк «Абрамс» и «Вольфенштайн» снова на ваших экранах. Окажут ли новые штрафы за нарушение правил дорожного движения нужный эффект? Ответ на этот вопрос вы узнаете из игры «Гармагеддон». Ну вот и все на сегодня. Закрываем лавочку. Гейм, как говорится, оба. В смысле,